каждый выбирает для себя. И с вами Сергей Кочерин, и сегодня я вам расскажу о компании Crowd1. Это не новая компания, она образовалась в 2016 году, но бизнес, который она ведет с 2019 года, в режиме на сегодняшний день пре-ланча, то есть пред-открытия, он абсолютно новый и на сегодняшний день уникален для интернет-пространства. У компании есть такой кредо «Impossible is nothing». То есть невозможное возможно, в переводе на русский язык. Итак, где же, о чем компания Crowd1? Из статистики мы знаем, что 50% населения Земли играют в игры онлайн. И именно бизнес на том, что все знают, любят и тратят на это деньги, является ключом к успеху Crowd1. Как вы понимаете, Crowd1 занимается игровой индустрией. И далее я вам расскажу, как она этим занимается и что вы сможете с этого иметь. Игры онлайн являются крупнейшим сегментом индустрии развлечений. Участники Crowd1 получают доступ к услугам глобальных игровых компаний и впервые в истории смогут построить собственную глобальную игровую сеть по всему миру и зарабатывать от нее. То есть компания дает доступ к игровым компаниям, крупнейшим игровым компаниям, и люди, которые являются партнерами компании Crowd1, смогут построить свой бизнес и игровую сеть. Также это те деньги, которые уже есть в интернете и которые никогда не закончатся, потому что играют практически половина земного шара, как мы знаем. На сегодняшний день онлайн-гэмблинг растет со скоростью 10% годовых. В этом году ожидается 152 миллиарда долларов оборот онлайн-индустрии, доход онлайн-игровой индустрии. Если мы не будем далеко ходить, возьмем такую небольшую страну, как Казахстан, где проживает 17,8 миллионов человек, то в прошлом году на онлайн-игры было потрачено 208 миллионов долларов. Для тех, кто занимается продвижением онлайн-игр, доходы от партнерских программ могут составлять от тысяч до сотен тысяч долларов в месяц. И для этого нужно не так уж много. Для этого нужно иметь знания, деньги, создать свою сеть, продающую сеть онлайн, то есть это продающие страницы, это веб-сайты и так далее, быть зарегистрированным в всяких форумах, чатах и так далее, тратить на это кучу времени и денег для того, чтобы зарабатывать деньги. Но заработок может составлять огромные суммы, до сотен тысяч долларов в месяц. Я знаю человека, это иностранец, который зарабатывает, американец, который зарабатывает около полумиллиона долларов в месяц, только продвигая различные игры онлайн. На мобильные игры, которые идут на смартфонах и планшетах, приходится 45% рынка. В мире на сегодняшний день 2,5 миллиарда геймеров, которые, как я уже сказал, как видно из графиков на компании, которая занимается исследованием рынков, Newzoo, 152,1 миллиардов долларов. Crowd1 – это 100% мобильная онлайн-нетворк-компания, обладающая современными мобильными технологиями для глобального рынка. То есть это компания мировая, это не в каком-то конкретном регионе, это компания для всего мира. Эта компания работает в режиме реального времени. И самое главное, что мобильные приложения, они уже утверждены не только для Android, но и для iOS, то есть для Apple Store, что очень важно, потому что для того, чтобы попасть на в Apple Store, нужно провести достаточно много времени на исследование документов. То есть Apple проверяет все документы. И тем не менее, Crowd1 мобильное приложение уже есть на Apple Store достаточно давно. На сегодняшний день в компанию зашло с 25 января, с момента приланча, более 175 тысяч человек. Это данные на 17 августа. На сегодняшний день, я думаю, уже около 185 тысяч человек зашли в компанию Crowd1. И это, обратите внимание, в режиме предоткрытия. Crowd1 создает глобальную сеть партнеров и игроков по всему миру с неограниченным доступом к базам игр от ведущих мировых игровых компаний. Crowd1 представляет клиентов компаниям игровой индустрии, получая регулярные пассивные доходы для своих участников-партнеров. Что такое партнерский доход? Насколько он пассивен? В данный момент я говорил вам, что для того, чтобы получать партнерские доходы от любых индустрий в мире, надо потратить деньги, иметь образование, время и создать свою продающую сеть.
В данном случае CrowdOne создает эту сеть и дает вам возможность иметь первый реальный пассивный доход в мире в одной из самых доходных индустрий в мире, индустрии развлечений. Партнерский доход состоит из комиссии от рекламы игр, потраченных денег на любой из многих онлайновых продуктов, которые предлагаются через платформы компании Crowd1, AffilGo и Mixer, о которых я расскажу в дальнейшем. Выплачивается напрямую известными компаниями с многочисленной конкурентоспособной продукцией. 80% комиссии, получаемых от игровых компаний, распределяется в партнерскую сеть. Первый продукт компании, который будет запущен 20 октября 2019 года, и который вы можете посмотреть в интернете по ссылке www.afilgo.com, это платформа для азартных игр. AffilGo – это ворота в мир игр за деньги. Вы можете посмотреть только некоторые игры, которые представлены на этом слайде, и вы можете увидеть, что здесь есть и бакара, и лотерея, и бинго, блэкджек, спортивные ставки, рулетка, кена и так далее, и так далее, и так далее. Это огромные ресурсы различных игр за деньги. И AffilGo запускается первая платформа запускается 20 октября 2019 года. Вы можете посмотреть также на сайте AffilGo, вы можете посмотреть примерный доход или партнера, который участвует в нашем проекте. Допустим, вот с левой стороны вы видите, есть 4 скриншота. Да? Первый скриншот говорит, что у вас есть один игрок, который потратил 20 евро. Я возьму карандаш. Один игрок, потративший 20 евро, и вы только вошли в бизнес и находитесь на первом уровне сети. Таких уровней 15. Если у вас есть один игрок, который потратил за месяц 20 евро, вы получаете 71,62 евро в месяц. Ежемесячный доход рассчитан на основе 100 тысяч пользователей. Если у вас при том же варианте будет, соответственно, 10 игроков, которые потратят те же 20 евро, и вы тоже на первом уровне сети, то ваш доход уже будет 682.29 евро в месяц. Неплохие деньги, партнерский доход, имея всего-навсего одного приглашенного игрока из тех 2,5 миллиардов человек, которые уже играют. Чем им интересна наша платформа? Они на этой платформе могут играть и зарабатывать, и получат лучшие условия входа на любые партнерские порталы, с кем у нас есть контракты. Это крупнейшие компании, где бы они ни были. То есть, если даже в стране, допустим, по каким-то причинам нельзя выйти на какой-то портал, то через AffilGo это можно сделать и играть, ну, допустим, в американскую лотерею. Если у вас один игрок, и он тоже потратит 20 евро, но находится на восьмом уровне в сети из 15, то вы уже можете зарабатывать 1130.89 в месяц. Если при том же их условиях будет 10 игроков, вы будете получать 10 773 доллара 17 пенсов в месяц. Если вы находитесь на уровне 15 при одном игроке, то вы можете получать до полумиллиона долларов в месяц. Я хочу вам сказать, что результаты, показанные на этом слайде, являются примерными и даны с целью демонстрации возможных партнерских доходов. Как и для многих бизнесов, ваши результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей, бизнес-опыта, экспертизы и желания достичь поставленных целей. И нет никаких гарантий возможного уровня вашего успеха. Но выйдя на сайт afilgo.com, вы можете сами поиграться и посмотреть, какие доходы вы можете получить, просто приглашая людей или приглашая и строя структуру. Это очень и очень неплохие деньги. Mixer, мобильные и социальные игры, это следующий запуск в 2020 году. Это платформа социальных игр, любые игры, которые существуют онлайн. Любые игры онлайн. Это социальные игры, это Tetris, это танки, это фермы, это пиратики, все что угодно. И вы знаете, здесь денег, как говорит руководство компании, гораздо больше, чем в азартных играх. Почему? Потому что в эти игры играют все. В азартных играх есть ограничения по возрасту. Это первое. Второй момент. Здесь я с удивлением для себя узнал, когда начал заниматься этим проектом, что какая-то виртуальная игрушка может стоить не только десятки тысяч долларов, но и сотни тысяч долларов. Не говоря уж о мелких покупках. Тот, кто играет, знает разные мелкие покупки на доллар, на 50 центов, 10 долларов, 20 долларов.
неважно, но есть такие вещи, на которые люди тратят сотни тысяч долларов. Также существуют биржи, на которых можно купить и продать тот или иной аккаунт, тот или иной скин и так далее. Масса интересных вещей, которые происходят именно в мире онлайн-игр. Помимо всего прочего, компания предлагает тем, кто решит принять участие в развитии компании, бонусы мирового уровня. О пассивном доходе мы уже говорили. Это партнерский доход. Он называет так называемый Gambling Residual Income. Но помимо Gambling Residual Income или партнерского дохода, у нас есть бинарный бонус. То есть вы приглашаете новых участников и зарабатываете от этого. Есть Streamline бонус или бонус потока, где вы можете зарабатывать деньги, просто присоединившись и практически ничего не делая. Матчинг бонус, бонус от дохода вашей команды, выплачивается в процентах на основе бинарного бонуса. И Fear of Loss бонус. Fear of Loss бонус – это бонус страха потери. Это, можно сказать, бонус быстрого старта. Если вы пригласите 4 новых оплаченных участников до истечения 14 дней с момента вашей регистрации в CrowdOne. Есть ранги, 15 рангов компании. Когда вы растете по этим рангам в компании, то вы можете делить определенный процент от 80% партнерских доходов, которые идут в сеть. Вы, допустим, тим-лидер, вы уже участвуете в распределении 5%, тим-лидер 2 звезды, 5%, и так до директора 2 звезды, где уже вы принимаете участие в распределении 10% от партнерского товарооборота компании. То есть чем выше вы растете по структуре, тем больше у вас денег. Дальше, недавно был промоушен. При выходе на менеджер 2 звезды можно принять участие в бесплатном VIP-круизе, люкс-класс. Об этом я поговорю немножко позже. Итак, компания отдает сеть 80%. Эти 80%, то есть 100%, распределяются таким образом 5% и 10% в зависимости от того, на каком уровне лидерства вы находитесь. Как же осуществляется бизнес? Бизнес осуществляется продажей бизнес-пакетов, которых 4. Никаких ежемесячных оплат, ничего. Вы покупаете раз, один раз платите за тот или иной бизнес-пакет. И каждый бизнес-пакет, он исчисляется в баллах от 90 баллов до 2250 баллов. И, соответственно, может приносить доход от 18 евро до 900 евро от продажи пакетов. Бинарный бонус. Я называю это объемным бинаром. 1 к 3. Что это такое? Это возможность получать больше с большей ноги, от большей команды. Те, кто знает бинар, для них не секрет, что иногда их большая команда начинает развиваться гораздо быстрее, чем другая команда. И обычно идет баланс. 2 слева, 2 справа, 1 слева, 1 справа. В данной ситуации, потому что мы имеем дело с продажей продукта, объемного продукта, который исчисляется в объеме, мы можем снять больше, 3 раза с большей ноги. Как это делается? Вот примеры. Допустим, в левой команде продан один пакет за 720 баллов, и в правой команде продан пакет за 720 баллов. Итого 720 плюс 720 – 1440. Итого 144 евро. Остаток 0 баллов. Вы получили деньги, вы их вывели. 1 к 2. В левой команде продан черный пакет, который дает 270 баллов. В правой золотой пакет 720 баллов. 270 плюс 520. Мы не можем получить в 3 раза. Мы можем только в 2 раза. Потому что 270 умножить на 3, это будет больше, чем 720. Соответственно, мы можем взять только 1 к 2. 702, 240 плюс 540, 810, итого 81 евро. А остаток 180 баллов остается до следующей продажи пакетов той или иной команде. Как вы уже поняли, каждые 10 баллов – это 1 евро. Далее, 1 к 3. Я вам объясню на примере, в котором вы можете увидеть. Допустим, ваша команда, правая команда, начала развиваться, и в ней получилось 10 тысяч баллов. Вы долго ждали, работали и подключили нового участника, который купил титановый пакет за 2250 баллов. 2250 баллов умножить на 3 – это 6750 баллов. То есть это есть, это входит в 10 тысяч баллов. Соответственно, 2250 слева,
плюс 6750 справа равняется 9000 баллов. Делить на 10 вы получаете 900 евро, которые вы можете сразу же и вывести без всяких на то проблем. Итак, баланс 1 к 3. Далее, у нас есть матчинг-бонус. Матчинг-бонус зависит от того, какой куплен пакет, какое количество персональных партнеров, и он распределяется, допустим, первый уровень – это 10% на один уровень ваших персональных. Второй уровень – это от двух, от второй глубины, первой и второй глубины. Третий уровень – это от трех глубин. Четвертый – 4 и пятый – 5. И вы, как вы видите, должны быть разные пакеты. Белый, черный, черный, золотой, титановый. И различное количество лично приглашенных партнеров. От 4 до 20. Следующий – это Streamline бонус. Или так называемый бонус потока. Когда вы приобретаете пакеты, становитесь участником, то у вас сразу же начинаются начисления. Начиная, вот вы просто зашли, вы получаете еженедельно 2,5 евро в неделю. Если вы хотите получать больше, вы должны перейти на второй уровень и так далее. Что для этого нужно сделать? Просто пригласить одного человека. Бонусы выплачиваются в эксклюзивных лимитированных правах владельца. Я вам расскажу позже, что такое права владельца. Как мы видим здесь из этого рисунка, вы видите, что когда вы зашли, вы на уровне 1, вам не нужно никого приглашать, у вас белый пакет. Число присоединившихся после вас 250 человек, это все люди, которые присоединяются во всю компанию, не обязательно вашу структуру, это люди по всей компании. На сегодняшний день в компанию присоединяется от 3 до 4 тысяч человек в день. И, соответственно, вы получаете 2,50. Если вы идете дальше, присоедините одного человека, вы получаете уже 5, 2 человека 7,5, 3 человека 10 и так далее до 1000 евро в неделю. Дальше, бонус страха потери, Fear of Loss бонус. Этот бонус, по сути, это бонус быстрого старта. Если вы продали 4 титановых пакета, вы сразу в течение 14 дней вы получите 3000 евро сразу же наличкой и сразу же вы видите. Gold в золотых пакетах 1000, Black 375, White 125 евро вы можете получать. Если у вас микс, то есть вы продали, допустим, 2 титановых и 2 золотых, то считается по меньшему пакету, вы получите 1000 евро. Права владельца. Что такое права владельца? Права владельца, по сути, это внутренняя акция, которую компания дарит на моменте предстарта. После 20 октября 2019 года выдача прав владельца прекращается. Что дают правовладельцы? Они дают право участия в доходах компании, которую Crowd1 начнет получать от сторонних компаний-партнеров после запуска площадки IPLGO 20 октября 2019 года. То есть, по сути, по количеству акций, которые у вас есть, вам будет начисляться каждые 3 месяца партнерские доходы от компании, от товарооборота компании. Партнерские доходы от тех денег, которые компания будет получать от сторонних игровых порталов компании. Это еще один уровень пассивного дохода. Как войти в компанию, выйти из компании, получить деньги? Все очень-очень просто. Все в интернете, все находится в мобильном телефоне. В компании упрощена процедура верификации, так называемая QIC. Но она есть, она упрощенная. Вам нужно достаточно послать копию своего паспорта, скан своего паспорта и свое селфи сделать. Не надо справок о том, где вы живете и так далее. Селфи и документ. Ваш аккаунт квалифицируется. Деньги, которые вы будете получать в нашей компании, выводятся либо в биткоинах, либо на ваш банковский счет. То есть вы можете перевести деньги, если вас не устраивает оплата в биткоинах, на свой банковский счет без всяких проблем. У компании 2 банка, один банк в Арабских Эмиратах, второй банк на Мальте. Регистрация очень простая. Вы можете использовать кредитные коды, биткоин, эфир, кредитную карту или банковский перевод с вашего счета. Как только вы присоединились, вы сразу же начнете получать дивиденды. Это деньги от бонуса потока. Вы присоединились, и 2,50 начинает вам поступать каждую неделю. Регистрация занимает примерно 1-2 минуты. Вы выходите на наше мобильное приложение, регистрируете, выбираете пакет, оплачиваете его и присоединяетесь к компании. Так же, как я уже говорил, компания не новая.
Компания существует с 2016 года, и с 2016 года она реализует пакеты с эксклюзивным образованием краудфандингу, маркетингу, недвижимости, играм и народной экономике. И, как я уже говорил, с 2018 года она начала развивать бизнес, которым сейчас занимается, это предоставление, это называется крауд-маркетинг, предоставляя клиентскую базу индустрии развлечений. И, соответственно, у компании существуют обучающие пакеты, бронзовый, серебряный, золотой, платина, которые входят в бизнес-пакет. Что же это будет по деньгам? Итак, по деньгам белый пакет 99 евро, черный 299, золотой 799, титановый 2499. В состав бизнес-пакета включены образовательные курсы, как я уже говорил, сумма на прав владельца, то есть вам сразу выдаются права владельца на 100 евро. Сейчас, кстати, расчетный курс одной доли – это 1,36 евро. Черный пакет на 300 евро, золотой пакет на 1000 евро и титановый пакет на 3,5 тысячи евро. Стримлайн бонус – бонус поток, который вы можете получать до 4 уровня, до 8, до 12 и до 15 в случае титанового пакета. Матчинг бонус – от 1 при белом пакете до 5 на титановом пакете. И как я уже сказал, после 20 октября 2019 года выдача прав владельца прекращается. И они начнут торговаться на внутренней бирже нашей компании. То есть вы сможете продать и купить эти права владельца. Недавно прошла квалификация на круиз, и некоторые из наших партнеров квалифицировались на этот круиз. Круиз будет в октябре 2019 года. Барселона, Марсель, Гено, Неаполь, Мессина, Валетта. Круиз будет проходить на одном из новейших судов MSC Bellissima. Вы можете посмотреть в интернете, там есть видео, это вообще прекрасный пароход, целый город, 5000 человек, куча развлечений, куча возможностей отдохнуть. Но на этом круизе будет встреча со всем руководящим персоналом компании, начиная от менеджерского состава, программистов и заканчивая основателями, фаундерами компании. Круиз заканчивается 18 октября, и 20 октября состоится открытие. По сути, круиз – это предоткрытие компании, и 20 октября – открытие. На круиз уже сейчас зарегистрировано около 250 партнеров, которые выполнили квалификацию. Круиз для них абсолютно бесплатен, причем не только для них, но для их партнеров. То есть они многие едут или со своими бизнес-партнерами, или со своими женами, детьми и так далее. И это за все платит компания. По нашим расчетам, компания потратила на этот круиз, потратит на этот круиз около полумиллиона долларов. Каюты, вы сами видите, каюты класс с балконом. Очень классная штука, посмотрите в интернете. Очень короткий ролик, прекрасный. Но самое интересное, что на этом круизе объявится еще квалификация на следующий круиз, который состоится в мае следующего года, на который каждый из вас, кто войдет или вошел уже в бизнес и немножко поработает активно, кто может присоединиться к майскому круизу, который будет объявлен на круизе в октябре. Итак, немножко о том, чем не является краудван. Краудван не должна быть ошибочно принята за игровую или игорную компанию. Краудван использует сеть интернет и самые современные методы, в том числе и партнерские системы, для привлечения клиентов с целью создания глобальной клиентской базы. Эта база используется CrowdOne как инструмент привлечения внешних партнеров через программу iFieldGo, Mixer, к лицензированным игорным компаниям, с которыми заключены соглашения о распределении прибыли. Никакие социальные или азартные игры не проводятся через мобильное приложение или на веб-сайте CrowdOne. И, соответственно, никакие деньги за игры не принимаются и не выплачиваются. Та же у компании, как у всех компаний, которые нацелены в будущее, есть дисклеймер или отказ от ответственности. Как я уже сказал, CrowdOne не является игровой или игорной компанией. Информация, представленная в этой презентации, имеет свою целью показать бизнес, примеры доходов и не может гарантировать их количество или сумму. Как и в любом деле, ваши результаты могут отличаться и будут основываться на ваших индивидуальных способностях, опыте и уровне желания для достижения цели. Свидетельства и примеры являются исключительными результатами, которые не относятся к среднему участнику и не предназначены для представления или продвижения их или аналогичных результатов для других. Успех каждого зависит от его опыта, самоотверженности, желаний и мотивации.
Краудван не может гарантировать ваш будущий результат и успех и не несет ответственности за ваши действия. Есть риски в бизнесе и в интернете, которые невозможно предвидеть, и они могут привести к снижению вашего результата. Все действия в рамках Краудван вы осуществляете на свой страх и риск. Рекламодатели, спонсоры, партнеры не несут ответственности за успех или неудачу вашей деятельности, которая прямо или косвенно связана с покупкой и использованием информации, продуктов, услуг, размещенных или рекламируемых на веб-сайтах и в продуктах Краудван. Краудван не гарантирует будущую стоимость прав владельца после завершения предварительного запуска. Стоимость прав владельца будет определяться рынком, как только Крауд1 официально запустит свою биржу в октябре 2019 года. Кстати, последний пункт, он очень интересен. По сути, тем, кто занимается этим бизнесом, кто имеет эти акции, это возможность получения пассивного дохода, но также эти акции могут являться, эти правовладельцы могут являться и инструментом, который можно торговать. То есть он заинтересует трейдеров и, возможно, будет выход на внешние биржи либо в форме токенов, либо в форме акций. Все зависит от того, как будет развиваться компания. Но на сегодняшний день, как я уже сказал, идет взрывной преланч. Все еще только-только в самом начале. Я вам скажу так, что русскоговорящий рынок только-только начинается. Есть отдельная команда, работающая на русскоговорящем рынке. Мы тоже только выходим с презентациями на широкую публику, потому что мы тоже проверяли компанию, тестировали, смотрели, как выплачиваются деньги. Если какие-то проблемы, так вот я вам скажу, что проблем нет, деньги выплачиваются регулярно, вывод биткоинов занимает примерно до 8 часов, компания хочет сейчас улучшить вывод и сделать так, чтобы вывод был быстрее, моментальный, над этим компания работает, и банковский период занимает, конечно, время до 10 рабочих дней, но тем не менее, все это работает, все это проверено. Мы ездили специально в Швецию, разговаривали с руководством компании, задали кучу им интересных вопросов, интересующих нас. Особенно нас интересовал вопрос долгосрочности компании, что за компания стоит, на сколько они рассчитывают. Но, опять же, в 2016 году мой партнер Алан Плат был приглашен в эту компанию, но тогда он не заинтересовался. Но сейчас мы заинтересовались. Почему? Потому что компания никуда не ушла с рынка. Тот проект, который начинали, они по нему сделали все проплаты, завершили полностью, то есть занимались там ритейлом. И с 2018 года они перешли, обратили внимание на новую нишу. Это ниша, которую еще никто не осваивал. Это ниша, которая занимает, это игровая индустрия. И начали успешно развивать, что само по себе говорит как наличие тех людей, которые присоединяются в компанию каждый день. Итак, на сегодняшний день презентация закончена. Следующая презентация будет на следующей неделе. Те, кто первый раз слышит вас, обратитесь к тем людям, которые вас пригласили на эту презентацию. Узнайте более подробно о том, как работает компания, как работает маркетинг-план. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.